Доброе утро. У меня утро начинается с пирожков. Во-первых, у меня утро начинается в обед. Во-вторых, у меня утро начинается с пирожков. Вчера я напекла пирожки. Сделала одну порцию. А порция там сколько? 16 штук выходит. Наши не наелись. Не наели сейчас, думаю, вчера сделала с картошкой, сейчас с капустой сделаю две порции, чтобы так поели с аппетитом. У нас папа очень любит пирожки. Брат вчера приходил тоже, попал на пирожки. Ой, кружки уже, рука устала. Сито у меня мокрое, приходится кружкой пользоваться. Послала мне быстро капусту. Маленький вилочек попросила. Капусту скушу. А пару поставлю. И на обед будут пирожки. Сегодня будет обещанный обзор моей кофемашины. Так, заварим кофе. И по ходу дела я про нее все, что знаю, расскажу. Все ее достоинства обозначу. Так, вот так вот ее будет хорошо видно, да? Кофемашина моя называется DeLonghi Magnifica S-Smart для приготовления черного, зернового и молотого кофе. Вес кофемашины 9 кг, 23 сантиметра. То есть даже в маленькую кухню ее можно будет удобно разместить. В комплекте с машиной шла также мерная ложка и средство для удаления накипи. Еще чем хороша эта машина, она самоочищающая. То есть ее разбирать, чистить, как мою предыдущую, не надо. Она сама загорается на дисплее, что ее нужно почистить, и она сама очищается. Так, резервуар для емкости воды вмещается 1,8 мл воды. Почти 2 литра, тоже нормально. Часто менять воду, заливать не надо. Все доступно и просто. Кнопочки все подписаны. Эспрессо, двойной эспрессо, американо и лунг. Также есть капучинатор. Все очень доступно. Уровни, режим молотого кофе. 13 уровней тут. Какой хотите, заваривайте по вкусу. Так. Еще что удобно, можно заваривать сразу две кружки воды. На две кружки. И очень удобно, что носик под любую кружку, под низкую, и также можно под высокую кружку тоже. Что еще можно сказать? Очень удобная, очень легкая в использовании машинка. Кто планирует покупать кофемашину, я вот свою рекомендую. Так, сейчас заварим кофе. Будем кофе вместе пить. Еще чем удобна машинка, она сама отключается. Это тоже большой плюс, я думаю. Сейчас спрашивали, какой кофе заливаю, засыпаю, кофе как раз закончилось. Ну, на данный момент такое, а вообще так сильно кофе не привязаны. Такое дома бывает. Арабика в основном, такое завариваю. Кофе, идем кофе пить. Пишите вместе со мной. Так, еще почему не снимала влоги? У меня дома гости. Гостям очень полюбились мои пирожки. Целый день им жарю пирожки. Вчера с картошкой были, сегодня с капустой. Людмилки запекла в духовке. Ей на масле сильно жирно, говорит, тете не нравится. Сегодня Людмилки в духовке запекла. Так, пишите пить кофе. Так, у меня сзади такой обзор, у меня полная раковина посуды. Эту посуду, кастрюлю в посудомойке мыть нельзя. Не получается никак, ну ладно уже, все свои. Кофе пью без конфет. А, у меня еще хорошая новость.
ну, для меня, во всяком случае, хорошая новость. Я с Москвы приехала, я скинула 2 килограмма. В Москве я там ничего не делала. Квартира, в квартире и не походишь нормально. С кухни на диван, с дивана на кухню. Только кушала. Утром встану, мне Инуля завтрак приготовит. У меня уже овсяночка готова, кофе сварено. На обед готов. Короче, не готовила, не убирала, ничего не делала. Только кушала и лежала. Естественно, поправлюсь. Один раз пирог испекла, один раз пирожки испекла, и все. А так ухаживала Инна. Поэтому домой пришла, хочешь, не хочешь, обед готовить надо, сразу туда поехать надо, сюда поехать надо. Ну, дома двигаюсь. И поэтому, мне кажется, как эти 2 килограмма, я там, сколько я была, 3 недели в Москве? За 3 недели, как я эти 2 килограмма набрала, за неделю я их дома с легкостью скинула. Поэтому сейчас кофе буду пить с ягодами. Не с конфетами, как раньше. А если и конфету ем, то раньше, короче, я конфеты с кофеем пила. Сейчас я кофе пью с одной конфетой. И то стараюсь от сладкого отказаться. Пирожки вот вчера с картошкой напекла, не ела. Сегодня с капустой сделала, тоже не ела. Ну, просто я пирожки не очень люблю из-за этого. С легкостью отказываюсь. Кофе. И чтобы от кофе отказаться, было бы вообще замечательно. Никак не получается. Думаешь, с понедельника, с 1 числа после Нового года, не получается мне от кофе отказаться. Вроде как не слабо характерная, а вот с кофе пока у меня роман с кофе. Помню, еще обещала поснимать Пятигорск. У нас сейчас все так заснежено. Всю неделю будет снег, минус 6. Некогда. Или выезжаю в машине с зятем, мы разговариваем, но тоже не получается снимать. Короче, у меня дома гости, мне пока некогда снимать. Что вот получается, по кусочкам, по урывкам снимаем. С вами делюсь, а пока нету времени. Ой, какой вкусный кофе. А кофемашину рекомендую. У нас стояла... Какая у меня во дворе стояла? Я уже забыла. Я хотела Делонги. Я читала отзывы от них. Я когда новую выбирала, я хотела именно такую машину взять, нам подарил. И подарил еще тостер тоже Делонги. Вообще хорошая фирма, рекомендую. А кофемашина вообще в использовании очень легкая. Что самое главное, она сама отключается. Тоже немаловажно. И сама очищается, естественно. Ту нам зять чистил постоянно. Ну как постоянно, в месяц два раза. Не так часто он чистил, но... Та у нас, знаете, как испортилась. Мы поломали резервуар для воды. Он у нас лопнул. Нам зять подклеил, но, короче говоря, хотелось новую. Когда сделали кухню новую, хотелось и технику, естественно, обновить. Зять нам все подарил новое. Что, ну вот так, вот такой короткий вложик. Буду прощаться, по возможности буду снимать. Все, всем пока, спасибо большое за подписки, за лайки, за комментарии. Новым подписчикам добро пожаловать на канал. Будем дружить, естественно. Увидимся завтра, наверное.